На лестнице и эскалаторе нужно соблюдать осторожность. Обязательно держаться за поручень правой рукой, находясь справа по ходу движения. Опасно в этом месте смотреть в экран телефона, даже если вы едете несколько секунд. При входе в торговый центр, магазин, следует, прежде чем войти, выпустить выходящих. Вперед пропускают людей пожилого возраста, либо маму с коляской. В торговом центре следует помнить, что не нужно бегать, шуметь и обязательно присматривайте за своими детьми, чтобы они не доставили хлопот окружающим, либо не потерялись. Как правило, во все магазины и торговые центры запрещен вход с домашними животными на роликах с мороженым, едой и напитками. Для мусора существует урна. Ни в коем случае не нужно оставлять что-то на полу или на лавочках. Находясь в очереди, не нужно нарушать личные границы и подходить очень близко к впереди стоящему человеку. Также не стоит обсуждать с соседом какие-то насущные вопросы очень громко. То есть окружающие не должны быть в курсе ваших дел. В магазине, как и в общественном транспорте, не нужно громко говорить по мобильному, особенно в очереди или расплачиваясь за покупки. Этим вы также нарушаете личные границы других людей. Если вы собираетесь здесь снимать видео, даже для себя, или фотографировать в торговом центре, нужно спросить разрешение администрации магазина.